марта на площадке «Единой России» состоялся крупный областной форум по здравоохранению. Обсуждались крайне важные и актуальные проблемы сферы. На форуме побывала делегация от Воскресенска во главе с руководителем районной администрации. Виталий Чехов подвел итог встречи. После проведения форума, когда была возможность пообщаться с министром здравоохранения, мы договорились о том, что где-то после праздников министр здравоохранения обязательно приедет в Воскресенский район. И все эти вопросы, которые у меня есть, мы будем с ним рассматривать в рабочем порядке, передвигаясь вот по нашим лечебным учреждениям. Также мы договорились о том, что вот такие форумы обязательно нужны. Они позволяют нам вскрыть, проговорить, по крайней мере, те проблемы, которые есть, и наметить пути решения этих проблем. Кроме того, Виталий Викторович рассказал о перспективах. У нас есть очень хороший потенциал. У нас есть учреждения, у нас есть люди, у нас есть квалифицированные главные врачи, есть желание, самое главное, работать. Мы очень много делаем в направлении привлечения молодых специалистов, выделяем квартиры, и эту практику будем продолжать. Поэтому вот этот комплекс мероприятий позволит нам здрав поднять на новый уровень. Ну и, конечно, нужно финансирование для покупки современного оборудования, для того, чтобы, значит, выходить на новый уровень оказания медицинских услуг. На этом форуме также побывал и главврач первой районной больницы Дмитрий Старцев. Но он рассказал о проблемах с обеспечением медикаментами в учреждении. С начала 2017 года были некоторые проблемы в процессуальном плане, не позволяющие провести закупки лекарственных препаратов. Последние события, буквально начало марта этого года, говорят о том, что мы уже сейчас можем размещать заказы в единой системе, которая регулирует закупки. И в данном случае, я полагаю так, что к концу марта ситуация с той острой нехваткой лекарственных средств, она разрешится. Потому что для этого есть сейчас все предпосылки.